мой прадедушка Стаканов Николай Иванович работал водителем в городе Чебоксары и ушел на фронт на второй день войны, тоже водителем на своей машине. На войне он возил снаряды и боеприпасы на передовую. Однажды его машина попала под бомбежку под Вязьмой. Самого его ранило в ногу, и он не смог выбраться из окружения. Попал в плен к немцам. Он рассказывал, как было тяжело в плену, но ему удалось бежать. В лесу он присоединился к белорусским партизанам. Вместе с ними он подрывал немецкие машины, поезда, а потом присоединился в 1943 году к регулярной армии, вместе с которой дошел до Берлина. 9 мая 1945 года он встретил в Берлине и рассказывал, что даже оставил роспись на Рейхстаге. После окончания войны он еще оставался в Германии, вернулся на родину только зимой 45-го, продолжил работать водителем. Умер он в глубокой старости. Прадедушка был награжден многими медалями, среди которых за отвагу, за взятие Праги, за взятие Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Наша семья будет хранить эту память.